Поставьте на стоп реальность, в которой мы воспринимаемся. Стоп. Кто вы теперь? Называйте меня художником, если это определение помогает понять то, чем я занята. Заберите мою оболочку, разрежьте мозг, высушите мысли, только позвольте высказаться душе. Красота души фундаментальна. Верить в человека – мой главный выбор. Вера – маяк в хаосе предопределения. Все не нужно, нужна только гармония. Человек предопределен гармонии. Человек – единица живого. Сияние отпочковало нас, оно сопровождает и примет обратно. Фрактальная нора укажет путь. Беречь связь, познавать и ласкать ее энергию. Энергия истинна, созидательна, прогресс же иллюзорен. Этика души возможна только через сострадание. Человек – кокон, не имеет никакого значения, в какие тряпки завернута оболочка, сколько бумаги в карманах этих тряпок и сколько цилиндров перемещают ее по каменному шару. Навеки наклеена глобализация. – К макушке приложили ипотеку, в уши вставили клип, а в сфинктер – политический строй. Сейчас я одна из вида. Мое племя отчаянно борется. С самого начала пребывания борется. Мы целиком состоим из борьбы. Противостояние и сила – болезни. Мы расползаемся по пространству все дальше. Рубеж за рубежом, словно тараканы, не умея выглянуть из нескольких измерений. Не слышим, не чувствуем, а только играем безответственно. Воля или рефлекс? Кто мы? Зачем мы? Поиск. Свет в протоплазме уже искусство. Искусство стихия, квантово запутанный поток, идет так, как желает, и нет того где, и нет того когда. Течение его бесконечно. Художник – одинокое зеркальное крыло, рефлексия на действительность и поиск истины на глубине, сокрытое от сознания за выдумкой. В полете к свободной пустоте не прятаться, видеть, как бы ни было больно. Слова ограничены, они для людей. Остальные парадигмы не работают. Язык – выдумка человека, чтобы стать продуктом. Искусство же – язык подсознания, космоса, бытия. Познать свое место и путь следования функции искусства. Воображение и интуиция первородные. Сейчас я в этой точке, и я знаю, что мне здесь делать. А вы?